Вчера областная избирательная комиссия рассмотрела жалобу на распространение агитационного печатного материала под названием «Правда». В нем была опубликована программа одного из кандидатов на пост президента. Облсберком признала агитку незаконной в связи с тем, что она изготовлена с нарушением российского избирательного законодательства. Если агитационный материал распространяется, его для начала нужно законно изготовить. То есть оплатить из средств избирательного фонда кандидата, только из средств избирательного фонда. Значит, подтвердить эту оплату в избирательную комиссию. До начала распространения экземпляр этого материала должен быть представлен в избирательную комиссию в Ульяновской области. Вот всего того, о чем я сказал, сделано не было. Поэтому материал незаконный. Распространением «Правды» занимался депутат законодательного собрания Айрат Гибаддинов. Его непосредственный партийный руководитель, первый секретарь обкома Алексей Куриный, заседает сейчас в Государственной Думе и активно отстаивает соблюдение законов. Хотя сам же допускает такие нарушения со стороны своих однопартийцев. Партия либо кандидат, когда он изготавливает подобные вещи, он должен прекрасно отдавать себе отчет, или там штаб кандидата, должны прекрасно себе отдавать отчет о том, что есть правила, их надо соблюдать. Ну вот они, например, предлагают своим волонтерам распространять заведомо незаконный материал. То есть таким образом они подвергают какому-то риску даже вот людей, которые могут там случайно быть. Облсберком отправил представление в орган внутренних дел об изъятии всего тиража и установлении изготовителей материала. Ответственных за его изготовление и финансирование привлекут к административной ответственности. Егор Титов, Юрий Конехин, Новости дня, Ульяновская правда.